В основе стратегии для бинарных опционов FX Turbo Profit лежит фундаментальная и вечная классика – уровни поддержки и сопротивления. На официальном сайте разработчиков эту систему можно приобрести за $95, но с нашего сайта вы можете ее скачать в демонстрационных и ознакомительных целях совершенно бесплатно. Ищите ссылки под видео. Индикаторы этой стратегии устанавливаются в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто до сих пор еще не знает, как это делать, ищите ссылки на инструкции в описании под видео. Давайте разберем подробнее эту торговую систему и узнаем, стоит она своих денег или нет. Стратегия FX Turbo Profit состоит из трех индикаторов. AGT7 визуализирует на графике уровни поддержки и сопротивления с указанием таймфреймов, на которых они возникли. Авторский индикатор AGT7 – универсальный многофункциональный инструмент технического анализа, о возможностях которого мы подробно рассказывали ранее. Кому интересно, ссылка на статью с обзором ищите под видео. Это важнейший компонент описываемой торговой системы. Его возможности применения настолько велики, что он и сам может выступать в качестве полноценной торговой системы. Auto Recommendations – стрелочный индикатор без перерисовки с алертом, указывающий на потенциально выгодные моменты совершения сделок. Настройки у него отсутствуют. Все, что может настраивать пользователь – это цвет самих стрелок и включение-выключение алертов, что очень немаловажно в трейдинге. Все-таки любые оповещения избавляют от постоянного слежения за графиком, чтобы не пропустить момент заключения сделки. И последний индикатор Symphony Extreme находится в подвальной части графика и предназначен для подачи дополнительных сигналов. Среди его настроек выделим самый важный параметр – Price Action Filter. С ним можно поэкспериментировать и подобрать значение, оптимально подходящее под торгуемый актив. Остальные настройки можно оставить по умолчанию. Symphony Extreme указывает потенциально значимые точки разворота курсовой динамики торгуемого инструмента. Например, белая точка на синем круге с синей полосой означает разворот вверх, а желтая точка на красном круге с красной полосой – разворот вниз. Рассмотрим правила торговли бинарными опционами по этой стратегии. Поскольку FX Turbo Profit относится к трендовым торговым системам, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с циклом статей на нашем сайте о тренде. Ссылки на эти полезные ресурсы будут под видео. Итак, для покупки опциона Call нужно: первое, цена подошла к уровню сверху, но не пробила его. Второе, в подвальном индикаторе появилась белая точка на синем круге с синей полосой. Третье. На графике появилась стрелка вверх. Четвертое. Покупаем опцион Call с экспирацией 5 свечей. И правила покупки опциона Put. Первое. Цена подошла к уровню снизу, но не пробила его вверх. Второе. В подвальном индикаторе появилась желтая точка в красном круге с красной полосой. Третье. На графике появилась стрелка вниз. Четвертое. Покупаем опцион Put с экспирацией 5 свечей. Рекомендуемый таймфрейм M15. Тем не менее, каждый трейдер может поэкспериментировать и с таймфреймом, и с экспирацией, но только на истории и на демо-счету. Заключение. Стратегия для бинарных опционов FX Turbo Profit – один из вариантов применения авторского индикатора AGT7. Не все элементы этой системы вызывают одобрение. Например, стрелочник Auto Recommendations явно запаздывает, формируя свои сигналы тогда, когда цена уже отдалилась на приличное расстояние от уровня. Скорее всего, его добавили в стратегию из-за наличия алерта. Другой какой-то значимой пользы от него нет. А вот действительно заслуживающим внимания элементом системы выступает индикатор динамических уровней поддержки и сопротивления AGT7, и цена этой стратегии в основном сформирована его стоимостью. В любом случае, перед использованием этой стратегии в реальной торговле обязательно потренируйтесь на демо-счету, применяя все принципы и подходы риск-менеджмента и мани-менеджмента на платформе правильного и надежного брокера, которого легко найти в нашем рейтинге на сайте по ссылкам в описании к видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо вам за внимание, хорошего профита!